Друзья мои, всем привет. Это такие картинечки, вести со стройки. В общем, я закончил лестницу. Вот такой вот момент. Но что хотел бы спросить у вас. Прошлый сезон я закончил на том, что отпилил плиты и законсервировал стройку на зиму. А теперь мне нужно от вас узнать, нужен ли вам ролик вот это вот бла-бла-бла о том, как я расконсервировал, как у меня перезимовал участок, как дом перезимовал, либо сразу уже по техническим вопросам, там ролик, например, про лестницу, ролик про свод, как я свод делал, ну и уже потом ролик о том, как я поднимаю стены дома. Вот, в общем, вот такой вопрос. Потому что если сразу, допустим, начать с ролика про лестницу, будет такой хронологический сбой. Но не будет вот этого лишнего бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прошла зима, там то-то-то-то-то-то. Вот он, мой дом выглядит так. Если снимать вот это вот все расконсервации, то хронологический порядок сохранится, но никакой технической информации новой я вам предоставить не смогу. Ну, просто за зиму я ничего не делал. Поэтому в комментариях жду от вас ответов. Сразу начнем с лестницы, с погреба и там перейдем на дом. Либо продолжим хронологию, и под конец уже, можно сказать, сезона 22 я начну рассказывать о начале моего сезона 2022. В общем, жду от вас ответов и увидимся.